Четверг в Самарской области малооблачно, преимущественно без осадков, 25-27 днем, ночью 19-21 выше 0. Ветер западный 2-4, порывы до 8 метров в секунду. В Сызрани солнечно, днем плюс 26, ночью плюс 21, западный ветер, скорость 2 метра в секунду. В Тольятти небольшая облачность, днем плюс 25, ночью 21, выше 0, ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре ясно, плюс 25, в дневное время, ночью плюс 20, западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 50%, температура воды в реке Волга 21,8, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.